Monsieur, il n'y a rien d'intéressant ici. Welcome to Hong Kong 47. We've been contacted by an extremely wealthy client. He'd like to eliminate a certain Li Hong, leader of the Red Dragon Triad. He also wants to destroy the Triad itself. Mr. Hong is much too powerful to approach right now. You'll have to trigger a war between the two leading triads and get Hong when he's weak. First step. Take out the representative he's sending for business negotiations with the Blue Lotus Triad at Chiu Dai Park. Be sure the Blue Lotus negotiator survives to take the blame. There's no information on the identity of Li Hong's representative, but it's a formal meeting, so he should be in the Red Dragon colors. He'll be on the defensive, so be on your guard, 47. Our client specifically requested to have you carry out this assassination, so kindly provide the style he's paying for. Всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Hitman контракты. И у нас миссия номер 7 под названием «Укрощение дракона». В общем-то, это опять же ремейк из первой части Hitman контракты. Точнее, не Hitman контракты, а Hitman Агент 47. В общем-то, та самая первая наша миссия, где мы, в общем-то, еще разваливали войну триад, так называемую... И к этой миссии, на самом деле, у меня только один вопрос. Зачем? Вообще, то есть, ну, она хорошо, на самом деле, ремейкнута, вы не подумайте. А зачем, по сути, делать такой порядок миссий вообще вот ремейковых именно? То есть, сначала, по сути, нам выдают миссию вообще из конца Codename 47. Дальше дают где-то из середины. И дальше, в общем-то, нам дают миссии, из которых Codename 47, соответственно, и начинается. То есть, я вот не понимаю, если честно, вот такой порядок, по сути, своей. Это как-то очень, если честно, даже странно. А мы тем временем, в общем, спускаемся в канализацию, берем там крысиный яд. И этим ядом мы как раз-таки убьем сегодня нашу цель. Отравим ему чаек, который он там пьет. Тоже, да, не забудьте выкинуть оружие, потому что вас будут обыскивать. Мы пойдем путем садовника. Соответственно, вот здесь у нас находится одежда садовника. И сейчас мы в нее переоденемся и, в общем, спокойненько сможем туда пройти. Ну, не спокойненько, на самом деле, нас там еще обыщут, как я уже сказал. Но без проблем, миссия вообще проходится. Очень просто и, по сути, самая короткая миссия в игре. И даже у меня ее с первого раза получилось пройти, у меня так ни с одной миссии вообще здесь не было, чтобы так с первого раза прям... Но вот с этой все-таки получилось, и это хорошо. И бежим. В общем-то, решил я вот здесь вот пробежаться, здесь вот войти. Еще как вариант, естественно, можно застрелить его со снайперки Красного Дракона, но так как я прохожу с нулевой статистикой, это не мой вариант, соответственно. Так что, в общем-то, будем ядком сегодня действовать. А ядком мы действуем вот так вот, просто сюда подходим, в наглую так. И отравляем, никто нам ничего не скажет особо. Они там пока что будут обходить все это. Мы уже тут 100 раз убежать успеем. К тому моменту, когда они тут все обойдут. И он еще разок глотнет его. Ну и здесь у нас два выхода. В общем-то, я побежу, естественно, к ближайшему. Тут мне даже некоторое время пришлось ждать. До того момента, когда он там умрет, соответственно. Вот такая вот, в общем-то, быстрая у нас первая Codename 47-ская первая миссия.
в этой части сделать. Довольно легкую, кстати. Вот сейчас уже должен пойти там попить. Тут, кстати, точно так же можно, естественно, организовать способ со снайперской винтовкой. То есть, видите, да, тут лестница есть. Еще лучше всего, на самом деле, стрелять из сада того дальнего, куда очень без проблем пройдете. Просто из снайперской винтовки его подстрелить, и все. И сейчас он уже того, в общем-то. На этом все. С вами был я, Артем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер. Зовите друзей. Всем, ребят, пока.